Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала! Я рада вас приветствовать! В этом видео я хочу вам показать, как связать вот такое прекрасное пончо. Видео будет немного необычным, потому что это пончо я связала 2 года назад. И только сейчас решила снять по нему мастер-класс. В этом видео я покажу, как связать каждый мотив. Сразу оговорюсь, что в этом пончо их 140. Покажу, как мотив между собой сшить. И, конечно же, поделюсь схемой раскладки мотивов к этому пончо. В конце видео будет узор, которым нужно будет пончо обвязать, чтобы получилась вот такая красивая бахрома. Думаю, что будет все понятно и доступно. Давайте приступим. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем их кольцо соединительным столбиком. Делаем 1 воздушную петлю. И в это кольцо мы должны провязать 12 столбиков без накида. Провязываем. Вот я провязала 12 столбиков без накида соединительным столбиком. Замыкаю в кольцо. Далее делаем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Столбик без накида в следующую петлю. Провязываем столбик без накида. Далее столбик без накида. Какой ужасный ветер на улице. Надеюсь, не помешает нам дальше снять видео. 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Также столбик без накида в следующую петлю. И еще 1 столбик без накида. И дальше опять 8 воздушных петель. Так у нас должно получиться 6 арочек. Провязываем. Вот я провязала весь ряд, у меня получилось 6 арочек. Теперь на 3 петелечки я должна подняться вверх. То есть мы соединительными столбиками поднимаемся вверх на 3 петелечки, чтобы продолжить следующий ряд. Вводим крючок. Вот на 3 петелечки я переместилась вверх арки. Теперь делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в эту арку я должна провязать 6 столбиков с накидом. Провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот я провязала 6 столбиков с накидом. Теперь делаем столбик без накида в третью петлю. То есть считаем 1, 2, 3. Вот она, третья петелечка. Вводим крючок и вяжем сюда столбик без накида. То есть соединяем, да, между собой эти арки таким образом. Вот так, таким образом. Также 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И также 6 столбиков без накида. Потом соединяем столбиком без накида. 3 воздушные петли и так по кругу. Провязываем. Вот я провязала все арочки. Теперь делаем соединительный столбик вот сюда, в третью петелечку, да, где мы начинали вязание. Соединительный столбик. Вот. Вот такой вот у нас
красивая, как звездочка, такой элемент получился. Теперь нам нужно подняться на вершину нашего мотивчика, вот сюда. То есть также 3 петелечки подъема соединительными столбиками. Внимательно вводим крючок и на 3 петелечки поднимаемся вверх. Так, вот я поднялась в вершину. Теперь с этой вершины я должна провязать следующий ряд. Набираю по 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в каждую вершину я должна прикрепить столбиками без накида. Сюда вот вершину я прикрепляю свои 10 воздушных петель. Вот такие арочки нам нужно везде по кругу провязать. Провязываем 10 воздушных петель. И последним столбиком без накида я соединяю последнюю арочку. Вот такой элемент дальше у нас получается. Теперь вяжем последний ряд. Последний ряд вяжется так. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В каждую арку нужно провязать 10 столбиков с накидом. Но мы сначала провязываем 5, делаем 2 воздушные петли и дальше 5, чтобы у нас в элементе уголочки формировались. Давайте попробуем. 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5. 5 столбиков с накидом. Теперь 2 воздушные петли. 1, 2. И 5 столбиков с накидом. Дальше. 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков с накидом. Ничего не соединяя, продолжаем дальше в следующую арку. Также 5 столбиков с накидом. 5 столбиков с накидом, 2 воздушные петли, 5 столбиков с накидом. Провязываем так по кругу. Вот я провязала по кругу, соединительным столбиком соединяем вершину. Вот такой вот элемент для нашего пончо у нас получился. Вот так я попыталась изобразить схему расположения мотивов. Каждый ряд я специально разукрасила разными цветами, чтобы наглядно было лучше видно, как располагаются мотивы. Нужно обратить внимание, что мотивы здесь все цельные, их 140 штук. Вот я написала, сколько в первом ряду, втором, третьем, четвертом, седьмом. Все мотивы цельные, если на схеме вы видите половинчатые мотивы, это только говорит о том, что мотив сложен пополам, и его вторая часть переходит на обратную сторону пончо. Давайте приступим к сшиванию мотивов. Приступаем к сшиванию мотивов. Мотивы я сшиваю такой специальной иголкой, которая называется иголка для сшивания вязаных изделий. Она, видите, такая не очень небольшая, толстая, но очень большое ушко, широкое. Я в эту иголочку вдела нить, которую вязала. Беру два мотива, складываю лицом к лицу.
уголки совмещаю. При вязании я знаю, что у меня здесь 11 столбиков с накидом. Значит, примерно 11 стежков у меня должно получиться. Один стежочек я делаю в вершину нашего мотива, то есть вот в эти арочки, которые у нас были. И теперь здесь очень хорошо видны петелечки, вот они, косичка эта. То есть в каждую петелечку мы делаем стежки и стараемся совмещать. Эта работа больше, наверное, кропотливая, чем трудная. Трудности здесь никакой нет. Просто внимательно вот так совмещаем петелечки двух мотивов, цепочку. Вот так вот. Никакой сложности нет. Самое сложное — связать все эти 140 штук мотивчиков. Вот я подошла к тому моменту, где у меня арочки. Сейчас вот еще один стежочек. И по одному стежку в арочке. Так, немножко путается, не торопитесь. Так, вот так раскладываю. Вот так получается у меня сшивание мотива. Очень аккуратно и почти незаметно. Теперь у меня осталась нить. Я беру следующий мотив и также складываю уголок к уголку. То есть вы смотрите по схеме, в каком направлении вам нужно расположить мотив. Например, если между ними, да, то идем пока в одном направлении. Например, сейчас я буду шить в это направление, влево, а вправо уже придется как бы оборвать нить и сделать узелочек и пришивать заново. Также соединяем сначала уголки и дальше идем, соединяя мотивы между собой. Думаю, ничего сложного в этом процессе нет. Так что сшивайте все мотивы по очереди согласно схеме. Сейчас на основе двух мотивов я покажу, как обвязать пончо и сделать бахрому. Сначала все пончо мы обвязываем двумя рядами столбиками с накидом. Присоединяем нить абсолютно в любом месте, где вам больше нравится. Например, вот здесь. Делаем воздушную петлю двумя ниточками. И потом еще две воздушные петли. И вяжем столбики с накидом в каждую петлю. Абсолютно в каждую петлю вяжем столбики с накидом. И так обвязываем пончо. В арочку вяжем по 2 столбика с накидом. И так по кругу обвязываем все пончо. Я обвязала свое так называемое пончо. Теперь приступаем к обвязке последнего ряда и формированию бахромы. Мы набираем 30 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Я набрала 30 воздушных петель. Теперь в третью петлю я вяжу 5 столбиков с накидом. Раз,
два, три, четыре, последний 5. Я провязала 5 столбиков с накидом. Теперь 1, 2, 3. В третью петелечку вяжем столбик без накида. И как бы соединяем. Вот такая вот петелечка, капелька, как назвать, получилась. Теперь все петельки нужно провязать и вернуться к нашему пончо. Провязываем столбики без накида в каждую петлю. Вот я провязала столбики без накида в каждую петлю. Теперь вяжем 10 столбиков с накидом. Провязали 10 столбиков с накидом. Теперь набираем также 30 воздушных петель и формируем еще одну бахрому. И так по всему кругу пончо. Учитесь, дерзайте, у вас обязательно все получится. Если вам нравится видео, ставьте пальчики вверх и обязательно подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!